контакт. Еще давай. Ё-моё, ёшки кот. Так, тихо, тихо. Изи. Так, есть. Я его как-то зарезал. Так, черт побери, я хочу... Ой, я этого зарезал. Интересно. Давайте я от этого вернусь. Э, а чё-то он... Чё-то он какой-то шустрый, я его даже ударить не могу. Во. Вот это я хорошо пошел. Так, давай, ты еще. Там, правда, здоровяк еще. Так, сейчас. Сейчас я разберусь, а чую, сейчас убьют уже моего бедного метра. Так, давай, блядь, я хочу отобрать у тебя оружие, давай еще. Нет, нет, нет! Только не бей. Так, отойди от него. Да отойди от него, дурака кусок. Ладно, давай его тупо зовут, мне все. О, я его зарезал. Ко мне. Фух, как мне надоело с ними нянчиться, это ужас какой-то. Блин, почему тут постолпились? Свалили отсюда. Так, давай, я отсюда толкаю. Эй, отсюда толкаю их. Я отсюда толкаю их, ах вы суки. Так, всех сейчас растол... Ну, скорее, я сам растолкался. Сейчас я вас всех зарежу по-быстрому. Тут вообще, тут если так подумать, то по дороге мне встречались противники серьезнее больше, чем по заданию. Андиана. Так, зона защищена, сейчас заберу денежки. Если уже под боком лежит. И давайте я вас раз... Блин, ты тут появился. Ну, хотя он не успел меня заметить. Так, толпа не дает пройти моим ребятам. Давайте, расталкивайте всех, да, давайте. Амбалы. Все, я надеюсь, это... Ты будешь ждать меня здесь. Когда будешь готов, дай знать. Это не очень хорошая миссия для меня. Не люблю с ними просто нянькаться. Нянчиться. Люблю работать один. Так, ты кто такой? А, ты тут типа охраняешь сундук. А сундук-то неплохой, не меньше 1000 там. Да, я же сказал. 1010 рубликов. А то и долларов, а то и гривен. Кто знает, черт побери. Вопросительный знак. Я движусь к тебе, будь осторожен. Так, ага. А, черт. Черт. Ну, все хорошо пока. Кстати, я случайно не рядом с этим. Кстати, да, я рядом с убежищем тамплиеров, но я даже пока не хочу отвлекаться. Я вообще думаю его пройти только после игры уже. А, еще что важно, то что мне же придется еще собирать все страницы кодекса. Для того, чтобы пройти игру. Поэтому точки обзора мне придется почти все посещать. Чтобы выискать все страницы кодекса. Потому что без них никак. Никак. Придется путешествовать по городам. Туда сё. Кстати, приятель. Стой. Стой, идиот. Хотя если я его убью... Да ладно, я только потрачу больше силы и нервов. А не из-за меня. За какие-то там 1500, которые у меня и так уже не нужны. Лучше я отправлюсь уже третий раз в Бартоломео. Я это все время имел дело с ним. А, вот и ты! Все готово? Да, да все твои люди расставлены по местам. Бене, возьми это. Надеюсь, ты знаешь, как с этим обращаться. Ты что мне? Найди самую высокую точку в квартале. И выстрели оттуда. А-а. Это будет сигнал для моих людей. Это типа хапушечки. Отлично. Увидимся на поле боя. Я думал, ты меня завернул это туда. Это точно. Немножечко дури, чтобы я перед боем вообще всех разнес. Так, одним мечом двух зайцев. Он мне дал хлопушку. Так, подайте сигнал к атаке, а затем убейте Данте и Сильвио. Надеюсь, все пройдет гладко. Доберитесь до точки обзора, чтобы подать сигнал к атаке. Окей. Окейушки, я бы даже сказал. И здесь я залезу? Да. Черт. А, все, понял. Что-то как-то я это тормознул. Ага, вижу уже отсюда. Нифига себе, там тысячка, конечно. А я вот чувствую, что не долечу. Ну, нет, долетел все-таки как-то. Как-то, но долетел. Эдсо, что ты делаешь? Конечно, точнее, это что я делаю. Он только повторяет мои действия. Задуманные. А вот тут я, наверное, до водички не допрыгну чуть-чуть. Да, это было больно. Очень уже больно. Но мне не важно, у меня еще 11 аптечек, мне еще хватит.
их хавать просто тоннами. А броня у меня не ломается. Даже могу сейчас зайти к кузнецу и проверить это. Ну, попозже. Тем временем я лучше залезу. Так, это я чуть-чуть неудачно сделал. Там что, не за что схватиться было? Я уверен, здесь я сейчас схвачусь. А, я на этой точке уже был. По-моему, да. Я даже ее уже немножечко обследовал. Так. Мне вот что интересует, то, что когда я под конец игры уже соберусь, так это сколько мне будет не хватать страниц кодекса. И вот мне придется теперь сюда. То я раньше направо шел, теперь налево. Окей. Опасная точка довольно-таки. Придется опять, наверное, в воду прыгать. Самый безопасный такой вариант. Так, здесь я, пожалуй, отпущу кнопку одну. Ух ты. Это даже салют, а не хлопушка. Прикольно. Прикольно. Да, драка началась на этих точках. Замес, как говорится, пошел. Вот даже с Данго воюет наш Бартоломео, уважаемый. Бартоломео, нужна помощь. Всеми любящий. Так, сейчас я прыгаю к нему. Защитите Бартоломео. Ух ты. Ну, куда что-то его не защитить. Мне он понравился. Как человек. Значит, как человек он тебе хороший. Слушай, зачем ты его утопил? Я должен вернуться в арсенал. А вот Данте я ненавижу, потому что он настоящий урод. Привет, Эдзо! Да, привет. Можно мне с вами? Так, не, нужно. Конечно! Точно, я забыл. Нужно помочь сначала. А, здоровье Бартоломео есть. Отлично, я заколол здоровяка. Так, пожалуй, я здесь вступлю уже в битву полноценно, потому что надоело. О, кстати, еще раз. Так, отлично. И... За ним! Забавно это все смотрится, когда тот побежал сначала, а потом тот за ним. Да, забавные ребята. Забавные малые. К этой точке. Экземпляр, верно? Победите Дан. Это честь для тебя умереть от его руки. Так, и я вот, пожалуй, впишусь. Отвали! Тварь недобитая! Тварь недобитая, это точно. Порт капитана! Он же со мной уже дрался. Пойдем, Эдсо, проучим этого жирного ублюдка! Зарезать все-таки. Потому что он мне еще тогда надоел. Как и Сильвио. Такие, можно сказать. Ну, как и Ерепацы такие. Персонажи, которых хочется убить с самого начала, но не получается. Но потом получаешь умное удовольствие от того, что ты наконец-то убил. Давай. Ах ты скотина такая. А ну, мочи его. Давай, вдвоем. Так, и тут у него здоровье. Довольно! У нас нет времени! Возвращайся! Пора отправляться! Эдсо, иди! Этот громила приведет тебя прямо к своему хозяину. Я останусь тут со своими людьми. Мы задержим стражу. Окей, Бартоломео, я на тебя смею положиться. Торопись, а то они уплывут без нас. Какие подлые эти гады. Интересно, я смогу их убить одним махом? Это было бы вообще замечательно. Так, вон они убежали. Мне дается время. Около 5 минут. А что это вы разделяетесь? Не надо, дорогие мои. Надо, чтобы вы были... Я бы не советовал. Отлично. Я с тобой, брат. Так, есть, один готов. Так, черт, Эдсо, не задерживайся. Да что ж ты так медленно-то его так осторожно опускал? Да убил бы, да и выкинул бы его. Только попробуй, стронг. Так, нет, ребята, я, пожалуй, вас обмену. Зачем? Да, черт побери, где он убился? Я не помню, кого я убил. То ли Сильвио, то ли Барбарик, Данте. Барбарику я же давно убил. А, Данте остался, это подонок, которого я очень давно хотел убить. Он что, решил со мной подраться? Черт побери, да что ж такое, да что ж мне так... Не получается. Да ё-моё, еще я вижу его. Да блин, да что за бред? Я сейчас вас кастрирую за такое. Так, вы мне надоели, времени панькаться с вами у меня мало. Что, все успокоились? Так, тебя вообще сейчас снесу, давай. Что за нафиг?